Добрый день, дорогие друзья! Ну вот и свершилось. У меня для вас несколько печальная новость, а может и радостная. Ну помните, как некоторые зрители шутили, так и дядя Вова, тебе, мол, на Discovery канал нужно то-сё. И я действительно подумал, так сел и написал им письмо. Ну просто я запарился, знаете, безработным вроде, а с другой стороны работать не хочется, где-то в кабинете сидеть. И я им предложил свои услуги. Расписал все по-честному, все как есть, все, что могу. Показал на свой канал, туда и сюда. И вот только что у нас было это интервью по скайпу, поэтому я вот так вот одет, наконец-то, прилично, впервые за последние многие годы. Ну, поговорили обо всем, долго было интервью, и они уже факсанули мне это. Договор, короче, ну, вернемся к нему позже. Ну, разговор был такой не очень, знаете, это. Они указали мне на множество недостатков, сказали, чтобы работал над своей речью, чтобы, ну, разумеется, никаких там... никакого сквернословия, да, и потом слова паразиты над этим, чтобы очень сильно работал, никаких там ага, и то, и сё, и понравился им напористый стиль такой, сказали, правильно, так держать, люди любят, когда много говоришь, мол, то, сё, ну, подчеркнули все, короче, там профессионалы сидели, знаете, человек, 5 их там было, видите, опять слово паразит, блин, сказали, чтобы не употреблять. Потом очень сильно пошпыняли на то, что, ну, сказали, у меня приватный был там канал, то все, можно было всякую там бодягу заливать. Ну, чтобы, конечно, ни в коем случае не было никаких нелегальных таких вещей, или полунелегальных, или полукриминальных, где там езда непристегнутым ремнем, допустим, или самогоноварение, это вообще они в ужас пришли, сказали, чтобы убрал немедленно этот фильм. Ну и, короче, вот такие вот дела, буду я работать на них. Самое прекрасное, конечно, они приняли почти все мои условия. Договор прислали, остается только подписать, и все, мы уже обговорили сумму. Короче, будут платить мне 25 тысяч бабок в месяц, представляете, 25 тысяч. Ну, мол, это с учетом покрытия всех расходов, знаете, за интернет, за оборудование, за камеры, не только за работу, да, и за загрузку этих фильмов, заливаешь материал, и минимум 2 фильма по 40 минут каждую неделю должен продуцировать. Будут резать, будут цензировать, то все, поэтому больше материала нужно выкладывать. И потом они не пришли в поросячий восторг от того, что я им предложил, знаете, там это охота, рыбалка, то все. Сказали, очень много таких ребят, которые там где-то это живут, там, знаете, выживаемость, или там печку топят дровами. Этим уже мир немножко накушался. Но вот что они подчеркнули, сейчас появился такой тренд, что люди устали просто от жизни в городах и хотят жить спокойно и наедине с природой. И вот на этом они... хотят, чтобы я заострил свой канал. То есть не полностью убегать от цивилизации, чтобы было электричество, чтобы был интернет. Но в то же время они сказали, вот тренд, допустим, такой, что ну, уже нет этих проволочных телефонов, уже люди отказываются массово, знаете, от телевидения отказываются от этого телефона со шнуром домашнего. Вообще домашнего уже нет, остается только мобильный. И вот они хотят подчеркнуть, что можно жить далеко от городов, допустим, но с таким же уровнем жизни, да, и, короче, просят в фильмах показывать все, быт, просто быт, как косишь траву, как заправляешь автомобиль, как там электрику ремонтируешь отверточкой, ну, все-все на свете, короче, да, и в то же время, ну, будет видно, это будет как это, ну, видно, что человек живет отдельно, нету вокруг ни магазинов, ни городов, ни того, ни сего. Короче, вот такой вот у нас будет канал. Пока на 3 года подписали, там посмотрим. И, ну и зима, и летом больной, здоровый, их не волнует. Ну, конечно, никаких там в трусах ходить или что, или там как в бане моешься, да. Ну, просто жизнь, да. И не свою жизнь, а жизнь семьи тоже. То есть это там прямо несколько раз там подчеркнуто, короче, что, ну, они не несут никакой ответственности там за то, что потом, знаете, ну, как... станешь знаменитым, и начнутся у тебя там появятся и доброжелательные, и ненавистники, всякие преследователи, и сталкеры, и то все. Ну и что, короче, этим самым, короче, даешь всему миру там, выкладываешь, где ты живешь, и кто твоя семья, и то все. Ну, очень-очень много нюансов, короче, там посоветовали с законником связаться, чтобы лоер свой был, адвокат, и то и все, типа продюсер там. Ну, с такие бабки, я думаю, можно, блин, нанять и адвоката, и то и все. Ага, ну вот так вот, договор такой, ну все-все расписали, блин, блин, молодцы, а, столько макулатуры, блин, я выпечил только первые 3 листа. Короче, начинаем, через 2 месяца начинаем, ребята, офигеть, Discovery Channel, на английском, все будет на английском, поэтому русский канал, ну будем закрывать, наверное, но времени не будет, ага, видите, слово паразит опять, ага, будем убирать, будем чистить язык. Ну, в английском нет такого слова. Не, ну здорово, здорово.
Блин, термины такие употребляют бюрократические. Подписавший договор, подписатель, приниматель, блин. То есть все, ну все ясно. Но, блин, ну это мне нравится. 25 тысяч долларов ежемесячно. Выплачивается через каждые 2 недели. То есть, представляете, 10-12 штук баксов каждые 2 недели. Ёлки-палки. Да тут же, блин, и снежек можно купить, и все на свете, да? А здесь, ёлки-палки. Вот, обязуется 2 фильма. 40 минут туди-сюди. Цензура, урезать, вырезать. Ни в коем случае. Ой, блин, какой перечень. Ни в коем случае не допускается использование такого, такого. И копирайт. Копирайт они везде подчеркивают. Чтобы я ничего, понимаете, чтобы не играла там музыка какая-то там или что. Ну, никакой рекламы не должно быть, да, в канале, а просто. Ага. Только весь свой материал. Как только там где-то сзади там телевизор или радио, музыка какая-то, песня, все это уже не годится, это надо вырезать. Так, и я уже потом не могу загружать на YouTube никуда, потому что я уже не являюсь этим, как онером, да, они владеют этим материалом. Вот такие вот дела, кто-то из вас накаркал про Discovery, блин, все, будем работать на Discovery, блин. И никаких дядя Вова, конечно, сказали, настоящий ник придумать, все это. Если хотим, сказали, под псевдонимами работать. Домашние животные приветствуются. Собачка их очень умилила, говорит, она только одна принесет миллионы подписчиков. Одноглазый песик просит о нем побольше рассказывать и побольше его ласкать в фильмах и то и все. Ну, потому что мир сам знаете какой, да, сейчас это. Я имею в виду этот мир, североамериканский, допустим, континент, да. Ну, уже стали очень гуманными, уже с животными совсем по-другому обращаются. И животные уже члены семьи у них, и поэтому... Кошечка вот у нас тут рядом лежит, Томик отдыхает. Ну здорово, здорово. Сейчас подпишу и Фоксану назад. Блин, тащусь, ребята. Работаем на Discovery, блин. Вот, блин, простой хлопец из казахстанских степей выбрался, блин. Все нафиг, не ударил свиным рылом в калашный ряд. А будет нафиг, блин, на Discovery работать. Ах да, еще паспорт. Попросили паспорт обязательно. Ну, показать им паспорт, все это... Отметки мои, гражданства, то все, чтобы это... Очень понравилось, что есть у меня немецкий паспорт, райзапас, видите, и канадский. Ну, то есть они заботятся, все эти визы мне вклеивают, потому что приходится ездить, много путешествовать. Но в основном, конечно, придется в эти headquarter в Нью-Йорк ездить. Паспорт, договор, компьютер, камера. И начинаем работать! Но пасаран! Что-то мелким шрифтом еще тут написали, блин, нифига не пойму. Ни хера себе, знаете, что написали? С 1 апреля, дорогие товарищи, написали, однако. Ну, шутники. До свидания, дорогие товарищи. Ну, вообще, я долго ломал голову, как вас разыграть на 1 апреля, не знаю. Вот это единственное, что пришло в голову. Да недолго я ломал так, ну, минут 3 или 5, и тут воспользовался моментом, как раз домочадцев нет никого. И на что у меня хватило духу, это достать пиджак и галстук из шкафа, блин. На штаны у меня уже духу не хватило. Уж извиняйте великодушно.